И смотрите, дорогие, это тот масло, которое я мясо жарила. Свиной жир, да, можно так сказать. Вот смотрите, я буду сейчас здесь картошку пожарить. Картошка несколько штук, немного, пару штук. Смотрите, покажи, сколько штук. Всего два крупных, как я, картошка, шикарно. Но где я жарила? Не масло подсолнечное, не сливочное, а это то, что мясо пожарила. Жир вышла, перетедила, помыла посуду. На том же посуде жару. Смотрите, сейчас такой я вас делаю. Румяная картошка. А вот смотрите. Вот смотрите. Такая красота. Я когда беременна была, рожала. Моя свекруха вот такую картошку мне в больницу отправила. Поэтому, когда я его готовлю, всегда вспоминаю. Царство его небесное. Такую картошку она отправила в больницу. Запах, шашлык, люля и сверху картошка. Сама готовила, отправила. А теперь хочу показать. Эта сторона и вот эта сторона. Это простая картошка, которая всем доступна. Надо просто готовить с любовью. Не торопиться и никого не обсуждать. Сами себе смотрите в зеркало, когда кого обсуждаете. Ну что я не высокая? Ну что я не худенькая, ну миниатюрная, как вы называете? Это ничего не значит. Счастье не красоты, счастье не полноте. Счастье вот, когда ты семью создаешь хорошую и радуешься своей с детьми и семьей. Вот там счастье. Остальные все можно и купить, можно и переделать. Сейчас некрасивых девочек нету. А счастье не в красоте, дорогие мои. Счастье – это семья, семья, создать семью хорошую. Все, дорогие мои, картошка немного, две штуки, но с любовью. Готовьте с любовью.